Дорогие друзья, скоро мы будем отмечать 45-ю годовщину установления дипломатических отношений между Россией и государством Папуа-Новая Гвинея. Впервые в Петербурге проходит фестиваль, посвященный этой дате. Наша страна была одной из первых, кто установил с Папуа-Новой Гвинеей дипломатические отношения. Но история наших отношений насчитывает уже более сотни лет. Она началась, когда в Новую Гвинею прибыл Николай Николаевич Миклухо-Маклай. В этом путешествии он отправился именно из Петербурга. В следующем году исполнится 185 лет со дня рождения этого великого исследователя. Фестиваль дает нам возможность познакомиться с историческим, культурным и природным богатством этой далекой страны, увидеть перспективы для взаимовыгодного сотрудничества. Большой вклад в организацию Дней Папуа-Новой Гвинеи вносит потомок и полный тезка знаменитого этнографа Николая Миклухо-Маклая. Он открывает для нас эту далекую страну, а ее жителей знакомит с российской культурой. Уверен, фестиваль станет новым шагом в развитии отношений между нашими странами, будет способствовать укреплению атмосферы дружбы и сотрудничества.